главный вид его скумпии встречается очень редко. Как правило, это крученные ветвистые стволы. Диаметры стволов бывают довольно внушительны, но зачастую с плохой сердцевиной. Цвет скумпии золотисто-желтый, сильно выделяются темные годовые кольца. Древесина средней плотности шлифуется очень хорошо. Такие вот причудливые узоры оставляют после себя короеды. Доску с такой сердцевиной можно вылечить эпоксидкой и использовать для токарных работ. Все мои заготовки скумпии – это сухостой и в небольшом количестве древесина после пожара. Не советую вам пилить живые деревья ради материала для вашего творчества. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте отметки этому видео и пишите ваши вопросы в комментариях.